Что, дорогие друзья, любители отдохнуть на озере Кос. Сегодня 28 мая, в этом году, 2019, я первый раз сегодня сюда зашел. Огорчен. Ну, вода пока грязная, само собой. Очистится примерно через месяц, если не будет опять обильных дождей. Но поменялось русло реки. Помните, в прошлом году прям заходила вода вот так. И увеличился пляж. Пока что много дров, за целое лето их сожгут, конечно же. Вот, вода чистая, приток чистый. Вот с нашими гостями из Голландии здесь сегодня. Красота. И, конечно же, пока на легковушках сюда не суйтесь, потому что дорога глинистая, грязная, можете встрять. А течение воды тоже пока что высокое, так что пока что на высоких машинах, на джипах лучше.